Xarici müəllim çox gözəl bir sual verdi metodikaları ilə bağlı. İndi mən xahiş edəcəm. Кто будет отвечать про вашего методики? Давид Бей, Джаваб Ландраджах. Во-первых, разрешите представиться. Меня зовут Давид Эйхель. Я основатель и ведущий специалист центра БР «Давид». Давид Эйхель. К вопросу о названии центра БР «Давид» – это еврейское название, переводится как источник, родник Давида. Давид яхуди меншали бир адыр. Мембей демели, яхуди бир адыдыр. Давид. Мы на протяжении достаточно большого количества лет занимаемся помощью семьям, в которых есть дети с отклонениями в развитии, назовем это так. То есть к нам приезжают со всех концов планеты, в самом буквальном смысле, за помощью, и мы с радостью стараемся им помочь, и с Божьей помощью весьма успешно это делаем. Часто задают вопрос, а что же такого необычного у нас происходит, за счет чего вот происходит, скажем прямо, излечение тех состояний и заболеваний, которые признаны во всем мире совершенно неизлечимыми, либо трудноизлечимыми. Bu xəstəliklər ki, biz onun haqqında danışırıq, bütün dünyada məlumdur ki, çoxları deyir ki, bu xəstəliklərin müalicəsi yoxdur. Yəni, belə qəbul edirlər bütün dünyada. У людей прежде всего возникает действительно вопрос, а что же вы такого делаете, на чем это основано? И стандартная формулировка вопроса. А какие методики вы используете? Потому что во всем мире как бы это принято, что люди, как исполнители, они выполняют, там, отрабатывают какие-то методики, используют какие-то методы и подходы, и за счет этого достигается результат. У нас подход немножечко другой. Нельзя однозначно сказать, что мы, результат происходит за счет использования каких-то методик. У нас немножечко по-другому. При этом, что очень важно, я к этому вернусь. Мы разрабатываем, создаем методики для оздоровления и развития особых детей и подростков. Более того, мы являемся официальным международным методическим центром по созданию и разработке методик для оздоровления и развития особых детей и подростков. И мы объединяем усилия разных специалистов из разных стран мира в создании таких методик. И мы приглашаем к сотрудничеству людей, которые этим занимаются. Речь идет о создании методик по оздоровлению, используя натуральные, как бы, естественные методы оздоровления и разным методом, интегративно, скажем так, методом развития. Это музыкальная терапия, арт-терапия и многие подобные методы и подходы. Мы будем рады познакомиться с людьми, которые тоже живут такой целью сделать этот мир лучше, помочь максимально детям, семьям. То есть, с одной стороны, немножко возвращаясь к тому, что я сказал, то, что мы делаем, основывается не на каких-то отдельных методах и подходах, а на целом комплексе, и суть которого является особые способности целительские Юсефы и Давида, или Давида и Юсефа. Юсефа и Давидин, прямо скажем, это основа того, что мы лично делаем, что происходит у нас. С другой стороны, мы прикладываем все возможные усилия для того, чтобы обобщить опыт разных людей, разных специалистов из разных стран, с тем, чтобы донести это до других людей на всей планете, в самом буквальном смысле. К примеру,
Я рекомендую зайти на один из наших проектов. Bütün dünyanın ölkələrində bunu təbliğ edək. Əgər mütəxəssislər bütün bundan istifadə etmək istəyirlərsə, bizim metodumuza istifadə etmək istəyirlərsə, biz açırıq. Yəni mütəxəssislərə metodumuz haqqında danışa bilərik. Adresi internetdə autism-help.com. Это один из наших проектов, где собрано огромное количество практически важной информации для оздоровления и развития особых детей. Алып, нәтиҗәләребез хакында мәгълүматлана беләрсез. Я хочу поделиться радостью и пригласить к этому и вот тех, кто в этом будет заинтересован в Азербайджане. Ve Азербайджанда olan bu sahənin mütəxəssislərini dəvət edirəm. В начале декабря к нам приезжает на несколько недель один из наших сотрудников, который занимается, ну как бы это назвать, это арт-терапия, но авторский метод по лечебной каллиграфии. Он назвал это так. Он сам художник профессиональный. Bir mütəxəssis haqqında danışıram sizə ki, mütəxəssis profesional bir şəkər rəssamdır. Сам он родом из Иркутска. И он разработал очень интересный подход. Çox qəribə bir metodika hazırlayıb. Арт-терапия vasitəsilə, incəsənət vasitəsilə, рәссамлык vasitəsilə, творчество, раскрыть его потенциал, помочь ему уşaqları, преодолеть его olarak, сложности, аутизм спектрі uşaqların daxili istedadlarını üzə çıxartmaq üçün, onların inkişafına xidmət göstərmək üçün çox qəribə bir metodikası var. И мы будем рады провести и конференции, мастер-классы с участием Аркадия Баирова. Устав дәрсләре бирә билер, бурда бир конференц кечердә билерик. Хәмен әмәкташ Азербайджанга гәлдикдән соңра. Возможно и продолжение обучения вот этим мастер-классом дистанционно. У Аркадия Баирова за это время уже возник онлайн шәкелдә дә бу дәрсләре бирә билер, онлайн шәкелдә бу рәссамлыкла багы аутизм спектрлы ушаклара бу рәссамлык дәрсләрен онлайн шәкелдә бирә билер. Методика которую мы будем рады передать тем, кто в этом будет заинтересован. Кроме этого, у нас в ближайшее время сейчас будет проходить еще и в ближайшие дни будет проходить мастер-курс по музыкальной терапии. Вот наш сотрудник музыка терапия с ила баглы бир устат дәрсләре кечерәчәк яхын гүнләрдә. Елена Котвицкая, она всемирно известный человек. Dünyaca məşhur olan Takyozavı Irena Katvitska. Она musiqiçidir. Будет проводить ближайшие дни буквально yaxın онлайн курс по музыкальной терапии. Musiqi terapiyasıyla bağlı bir kurs keçirəcək. Да, да, это вот, как Юсеф уточнил, это для наших специалистов. То есть мы bizim öz mərkəzimizin əməkdaşları üçün bir kurs keçəcək. Dünyaca məşhur olan bir musiqiçi, xüsusilə bu sahədə olan bax, belə bir musiqiçini dəvət ediblər. Biz də bu bilgilərimizi, bu metodikanı, bilgiləri bölüşməyə hazırıq. Həm Yusuf Eyxelin, həm də David Eyxelin ustad dərslərində iştirak etmək üçün mütəxəssislər, Azərbaycanda olan bu sahənin mütəxəssisləri bizə müraciət edə bilərlər. Biz öz bilgimizi, metodikamızı onlarla bölüşməyə hazırıq. Bu dərəcədə səmimi insanlardır. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm. Как я уже отметил, конечно, вы делаете очень большие дела для всего человечества, поэтому я вас еще раз этим поздравляю. И еще я хочу отметить, что живя в Азербайджане, я наслышан вашим центром. Конечно же, мне очень интересно, что прийти, увидеть самому и узнать, как у вас там все продвигается. Потому что вот то, что вы говорите, эти методики разные, с рисованием, с музыкой, конечно, это меня очень интересует. Естественно, в ближайшие времена я, конечно, буду в вашем центре. Наверное, даже можем со съемкой приедем, увидим, покажем. И чтобы о вашем центре знали не только здесь у нас, но и за пределами Азербайджана. Потому что на самом деле есть те люди, которые они не знают правильного адреса, куда им обратиться. Və valideynlərə biz üzümüzü tutmalıyıq ki, onlar doğru düzgün ünvana müraciət etsinlər. Və o doğru düzgün ünvan belə sizin ünvanınızdır. Əsas məsələ odur ki, onlar doğru yeri tapsınlar.
приглашаем вас в гости. Мен сізі дәвет едірем, қонақ дәвет едірем. И, естественно, мы будем рады показать то, как это у нас происходит. Бізім үшін чоқ хош олар, сізі өз мәркезімізді көрмек. Мәмінетлі сізі дәвет едірем. У нас с нашими сотрудниками разработан вот такой синтез и музыкальной терапии, и арт-терапии. Это все происходит одновременно. Но это надо увидеть. Я ваш центр не приду ни один. Со своими терапиями, арт-терапиями. Со своей командой, друзьями, аутисты, те, которые болеют синдромом аутизма. Я с ним очень хорошо дружу, они меня на самом деле очень любят. И я вот хотел бы прийти и увидеть, как у вас проходит это лечение. Не то, что это лечение, а те терапии, которые вы делаете. Наверное, да, мы будем участвовать во всех этих терапиях. Сизин бүтін терапияларыңызда, сизин бүтін қаршыдан гелен бүтін тәдбірлеріңізде іштирак едеджек. Ва Хаджи Мәлім сөйледі ке, хатта чекілішле беле геледжек. Ва бу арада, әз тамашачыларымыз, білірем ki autizm spektrindən əziyyət çəkən uşaqların valideynləri daim əsəb, stres içərisində olurlar.